Первое золото в истории отечественного мужского тхэквондо. Нижневартовский спортсмен Максим Храмцов в весовой категории до 74 килограммов завоевал медаль высшей пробы на чемпионате мира по этому боевому искусству. Международный турнир прошел в корейском Муджу. В финале Максим со счетом 6-3 победил двукратного финалиста чемпионатов мира Никиту Рафаловича из Узбекистана. Добавлю, что всего в соревнованиях, а продлятся они до 30 июня, разыгрывается 16 комплектов наград, принимают участие в чемпионате спортсмены из более чем 170 стран. Наши коллеги из Нижневартовска посвятили молодому мастеру спорта международного класса, а Максиму всего 19 лет. Специальную программу боец рассказал журналистам об ощущениях, которые испытываешь, когда поднимаешься на пьедестал, и о любви к тхэквондо. Живу этим спортом, я все о нем знаю. Ну, все что угодно, все видео смотрю, все бои, все соревнования отслеживаю, рейтинги смотрю, кто куда перешел, в какую весовую, уже разбираюсь очень хорошо в этом спорте. Ну, чувство гордости за свою страну, за себя, конечно же, неописуемое ощущение, когда поднимаешься на пьедестал и играет гимн.